А это реально живые деньги, которые будут вкладывать в Украину для производства беспилотников. Там совершенно другая будет себестоимость. То есть нескінчаємий поток дронів буде летіти на територію Росії. І це головний підсумок тижня. Бо як би Путін не намагався показати світу, що він не в міжнародній ізоляції і що в нього все за планом, його пропагандисти так і бовкнули зайвого. Тож про це і не тільки. Далі у випуску. Об'єднання БРІКС не було. Я как-то даже говорил накануне, что меня немножко напрягало, после Генассамблеи ООН, точнее так, меня немножко напрягала вот эта активность китайско-бразильская, потому что я предполагал, что по доброте душевной лидеры Китая, Бразилии, Индии попытаются в Казани на полях устроить какой-то разговор на тему этого регулирования. И для нас он не очень выгоден сейчас. Такого рода разговор. Но если такая попытка была, мы не знаем, информации об этом не было, то эта попытка ни к чему не привела. Разговора, протокольно оформленного разговора на эту тему не было, несмотря на то, что эта тема волнует всех. И формулировки предельно общие и базируются большей частью на как раз формулировках бразильской китайской инициативы. Вітаю! З вами я, Інна Набок. Ну і сьогодні розкажу та покажу, якими нікчемними заявами пропагандистів, ну а ще, до речі, абсурдними новинами з боліт, запам'ятався цей тиждень. Я от здесь вспомнил бы еще не раз представленную общественности формулировку Пекина на разных уровнях, о том, что для урегулирования украинского кризиса нужно ликвидировать причины этого кризиса, а не, собственно, замазать его и сделать вид, что его нет. И в этом смысле Пекин разъяснял, что речь идет, в частности, о НАТО. В такой формулировке становится понятно, кто является как бы виновником этого кризиса. Почну, звісно, із заяв кривавого диктатора, який думав, що саміт БРІКС, який він проводив із 22 по 24 жовтня в Казані, матиме якесь там мегаважливе, багатопрофільне, ну і, звісно, геополітичне значення. Тож і заявляв ось це. Неоднократно рассказывали вам о том, как и о том, что проходящий в эти дни в Казани под председательством Российской Федерации, как кульминация нашего председательства саммит БРИКС, причем первый, замечу, после серьезного расширения с января текущего года состав участников, без преувеличения является одним из самых масштабных международных событий. Участие в нем принимают представители 36 стран, 6 международных организаций, в том числе генеральный секретарь ООН Антонио Гутиерреш. Ожидается, что за 3 дня мероприятия в Казани посетят около 20 тысяч делегатов. Освещать работу саммита будут почти 2000 журналистов из 59 стран мира. Кстати, нас много вопросов и много людей нас спрашивали, будут ли там работать, допущены ли, выдали мы аккредитации или не выдали западным средствам массовой информации. Подтверждаю, и средства массовой информации из так называемых недружественных стран, то есть стран с недружественными режимами, так называемые западные мейнстримовые СМИ там тоже представлены. Але насправді усі ці заяви, абсолютно усі, розраховані виключно на внутрішню аудиторію. Не спрацювали вони навіть на гостей саміту. Щодо підсумків, до речі, цього ж саміту, так за результатами було підписано Казанську декларацію країн БРІКС. Зміцнення багатосторонності для справедливого глобального розвитку та безпеки зі 134 пунктів. До речі, одним із них була ситуація в Україні, а ще ставлення БРІКС до конфлікту в нашій країні. Ну і тут експерти єдині у своїх висновках. Путіну не вдалося нав'язати країнам БРІКС свою антиукраїнську позицію. І це добре. Тим часом пропагандисти заявляють ось це. В результате, несмотря на то, что не было предметного обсуждения, несмотря на то, что не было общей формулировки, она отсылает каждого к своей собственной формулировке, я бы сказал так, что страны-участницы БРИКС с пониманием отнеслись к российской позиции. Але ми ж то знаємо, рупори Путіна постійно брешуть і спотворюють факти. Бо гроші їм не пахнуть, як то кажуть. Тож, звісно, відпрацьовуючи криваві рублі, вони не так заспівають. А навіть ось так. Сьогодні до Росії приковано увагу всього світу.
На нас смотрят и враги, и наши друзья. И для наших друзей, а также для огромного количества стран современного мира стоит выбор, с кем быть в союзе, с кем быть в будущем движении вперед и на кого делать ставку. Сам же Бункерний до слова знову пробив дно заявами про НАТО. Як вам? Но разве справедливо с точки зрения безопасности годами игнорировать наши постоянные обращения к партнерам, не расширять НАТО на восток? Разве справедливо врать нам в лицо, обещая, что такого расширения не будет, и нарушая взятые на себя обязательства делать это? Разве справедливо забраться к нам в подбрюшье совсем, скажем, в ту же Украину? И начать там строить, не готовиться, а именно уже строить базы военные. Разве это справедливо? А справедливо провести государственный переворот, о котором я говорил, отвечая на вопрос вашего коллеги, наплевав на международное право и на все принципы международного права и устава ООН, финансируя переворот в другой стране, в данном случае на Украине, и подтолкнув ситуацию к ее развитию в направлении горячей фазы. Разве это справедливо с точки зрения всемирной безопасности? А разве справедливо нарушать взятые на себя обязательства в рамках ОБСЕ, когда все страны Запада подписали бумагу, согласно которой не может быть безопасности одной страны при нарушении безопасности другой? Мы же говорили, не надо этого делать, это нарушает нашу безопасность, расширение НАТО. Нет, все равно делали. Разве это справедливо? Никакой справедливости здесь нет. И мы хотим поменять эту ситуацию. И мы добьемся этого. Последний еще раз, извините. По поводу утверждения британской разведки, что Россия вот сеет хаос на улицах Британии. Послушайте меня. Это, спасибо вам за то, что вы напомнили мне про эту часть. Но это полная чушь. Вы понимаете, это то, что происходит на улицах некоторых европейских городов, это результат внутренней политики этих государств. Ну, мы же с вами знаем, я уже об этом сказал. А ще Путін дивував аналітикою, від якої ошелешений був навіть Пісков. В період пандемії коронавірусної інфекції. Що відбувалося в це час? В Соединенных Штатах провели эмиссию где-то примерно на 6 триллионов долларов. А в еврозоне провели эмиссию где-то на 3 триллиона долларов, 3 с небольшим. И все эти средства выбросили на мировой рынок, скупая все подряд, прежде всего продовольствие. Ну и не только. И медицинские препараты, и вакцины, которые сейчас в массовом масштабе уничтожают, потому что они уже срок годности у них закончился. Вот выбросили это все, и пошла продовольственная инфляция. Пошла инфляция в целом по миру. Что сделали ведущие экономики мира? Они злоупотребили своим эксклюзивным положением в мировых финансах и доллара, и евро. Напечатали и смели, как пылесосом с рынка, самые необходимые товары. Они потребляют больше, вы потребляете больше, чем производите и зарабатываете. Разве это справедливо? Мы полагаем, что нет. И хотим изменить эту ситуацию. Этим и занимаемся в БРИКС. І такі ще заяви лунали не менш абсурдні, тож ви теж маєте їх почути і побачити. На що ви готові пойти, щоб закінчити війну на Україні? Ну і на що ви не готові? Спасибо. Я только что сказал, мы готовы рассматривать любые варианты мирных договоренностей, исходя из реалий, которые складываются на земле. И не готов ни на что другое. Тим часом рупори Путіна куди більше були занепокоєні тим, що Україну досі продовжують підтримувати партнери. Знаєте, це, схоже, не входило в їхні плани. Бо ж у них все, як завжди, за планом. Потерь нет, а тут-то запанікували. Запад продолжает очень серьезно вооружать Украину.
800 миллионов, которые будут выделять на дальнобойные беспилотники Украине. А это не когда на 800 миллионов передают вооружение, которое реально надо считать в штуках. Когда ракеты по миллиону долларов, танки по 10, хотя они там уже 30 лет на складах стояли. А это реально живые деньги, которые будут вкладывать в Украину для производства беспилотников. Там совершенно другая будет себестоимость. То есть нескончаемый поток дронов будет лететь на территорию России. Мы видим, как Зеленский сейчас усиливается в мобилизационной части. Да, мы в какой-то там смеялись, да ладно, они там набирают людей, но цифры очень большие. Август 65 тысяч, сентябрь тоже около этой цифры. Если до этого у них набор сотрудников военкоматов был меньше, чем потери на фронте, то сейчас двукратное превышение. Сейчас они восполняют резерви, какую-то часть откладывают. Ну і бояться та волають кремлівські щурени просто так. Бо дійсно, Сполучені Штати Америки виділять 800 мільйонів доларів на закупівлю українських дронів. Крім того, нагадаю, 21 жовтня міністр оборони Сполучених Штатів Америки оголосив про виділення Україні 68-го траншу військової допомоги на суму 400 мільйонів доларів. Новий пакет, до речі, включає в себе бронетранспортери, боєприпаси та спеціальне обладнання. Тобто скоро буде ще більше зброї та техніки. Ну а російські вояки і без цього скиглять і ниють. А ще постійно нарікають на свою гірку долю терористів і окупантів. Цікаво, а от реально на що вони розраховували, коли вирішували долучитися до армії Путіна? Здравствуйте, ми бойці 132-ї бригади, знаходимося на передовій в місті Торецьк. У нас така ситуація, хочемо привлечь общественное внимание. Бойцы находятся в критическом состоянии, начинают гнить. Нет ни эвакуации, ни подноса БК, ни медикаментов. Ни подноса еды также нет. Ни подноса еды также нет. Просто хотим показать на видео, записав наше обращение, в каком состоянии находимся сейчас мы. И просим как-то разобраться в этой ситуации, помочь нам с этим делом. Чтобы уже как-то решился вопрос с эвакуацией и выводом. На передовой уже 3 месяца, это не дело, обещали 2 недели и смены на отдых, и ничего нету. Вот у бойца гниет рука, медикаменты вообще никаких, что найдем сами в квартирах, потому что находимся на многоэтажках. Также вон гниет нога осколочная, вот у одного другого бойца тоже осколочное, пулевое, гниет все. У человека осколок залетел, шейный позвонок, вот течет гной, обрабатываем чем можем. Вот. Есть еще один боец, который после подрыва на гранате ослеп, правый глаз у него вообще не видит, видит как бы только вспышки. Вот. Левый глаз, он туда залетел осколок, он не открывается вообще. Вот. Просили эвакуацию, эвакуации нет. Также перебиты у него плечи, мы уже не станем показывать. Вот. Нету ничего. Что было в аптечках, как заходили, тем и лечимся. Но все кончается, и просим принять какие-либо меры. І ось такі заяви окупантів красномовно свідчать про проблеми в путінській армії. Але що нам до них? Я лише нагадую, не ведіться на кремлівську пропаганду, а краще дивіться проєкт «Зна постукали», в якому я намагаюся усі ці фейки руйнувати. Це для того, щоб не підривати нашу з вами віру у перемогу. Ну і головне, обов'язково підтримуйте Збройні Сили України. І ми обов'язково переможемо. Ну а з вами була я, Інна Набок. Бережіть себе, бережіть Україну. І до зустрічі!